ткани с инфракрасной ремиссией, так что делает бойцов менее заметным. Это очень против. То есть и ночью тепловизоры практически не видно. Бронежилет – это разработка приморских конструкторов. Так, это комплект управления и коробки на 5 дронов, таких вам, чтобы посмотреть, которые одевают оператор, и он уже через эти очки управляет. Да, он. Попробуйте, пусть ваши военные скажут. Ну вот этот аппарат, это мы делаем сами. Может летать и садиться на любое маленькое место ограниченное. Не надо его запускать с турели.도자 공예의 오령병입니다. 이 선물은 경량은 김복주의 신비로운 오칠기법, 베이징의 경티람 기법을 전통적인 3대 공예 수법으로 일렀고, 경의하는 김성은 동지께 러시아 노보시비르스크시 스트로이제. 그런데로부터 러시아 사람들은 뛰어난 군사적 지략과 용군수를 지닌 위인들께 전경의 표시로 장검을 선물한다.